Приветствую вас. Мне кажется, что начать свой ответ нужно с того, чтобы определить, что вы хотите. Вы спрашиваете, вы просите подсказать вам, что делать дальше. Что делать дальше, чтобы что? Какая цель у того, что вы хотите сделать? Какая у этого всего цель, то есть как вы видите дальнейшее взаимодействие с девушкой. То есть совершенно очевидно, на мой взгляд, что если не рассмотреть причины, по которым вы ссоритесь, то ничего хорошего не будет. Ибо даже если вы сойдетесь, даже если вы будете вместе, опять в этом случае проблема все равно, как бы она даст о себе знать, те проблемы, из-за которых, собственно говоря, вы ссоритесь. Поэтому я думаю, что, во-первых, нужно понять причины ссор и причины того, что вы хотите. То есть того, то, что вы хотите. То, что вам нужно для себя, по крайней мере. Вот. И на этих двух китах будет основано ваше дальнейшее, в том числе, поведение по отношению к себе и девушке. Вот. Мне кажется, так, потому что если мы ведем речь об отношениях, то отношения – это безусловное принятие партнера. Безусловное принятие партнера возможно в том случае, если человек сам безусловно себя принимает. В вашем случае, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вы себя не принимаете. Таким, какой вы есть. И, соответственно, из-за этого у вас противоречия определенные, из-за этого у вас, значит, трудности определенные и так далее. Вот примерно, примерно так, я думаю, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Надеюсь, вам это было понятно. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете выбрать психолога и задать ему их. Выбранному психологу задать вопросы, которые у вас остались. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего
самого доброго, удачи и небольшой такой, наверное, будет подскриптум. Нужно определить, что такое, что вы понимаете под любовью. Потому что, вот, на мой взгляд, сложно назвать любовью ту историю, когда вы с человеком игнорируете в течение нескольких дней, ну, больше нескольких дней. И я вас не обвиняю, просто я понимаю, что, может быть, вас это чем-то задевает, так вот, нужно этот момент преследовать, а то получается игра. Ты догоняешь, я убегаю. Можете почитать в интернете, это такая детская психологическая игра. Вот, ты догоняешь, я убегаю. Можете этот момент поисследовать для себя. Вот, соответственно, то, что я могу пока что на данный момент вам сказать. Значит, если вы хотите девочку вернуть, то нужно сначала разобраться в себе, конечно же. На этом все. Я желаю вам всего самого доброго еще раз. И удачи!